МЧС – это не просто профессия или ремесло. Быть спасателем пожарным – это призвание и стиль жизни. 78 новобранцев решили бросить вызов своим физическим возможностям и без колебаний спасать жизни. Сегодня 78 молодых наших сотрудников принимали присягу. Они практически работают во всех подразделениях Брестской области. Подбор идет по состоянию здоровья, по морально-волевым качествам. Поэтому мы надеемся, что молодые ребята, которые сегодня приняли присягу, достойно займут место в подразделениях области. Я думаю, что в первую очередь привлекает коллектив, привлекает те традиции, которые сегодня существуют и которые мы поддерживаем. Немаловажно играет физическая подготовка. Мы принимаем ребят физически крепкими и поддерживаем это состояние на протяжении всей службы. Обязуюсь быть мужественным, честным и самоотверженным. При исполнении профессионального долга строго хранить государственную служебную тайну, содержать в постоянной готовности технику и вооружение, беречь веренное мне имущество. Заветные слова клятвы каждого нового бойца МЧС. Их молодые люди сегодня произнесли с гордостью. Я Шуляк Владислав Сергеевич, поступаю на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Присягаю на верность Республики Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь. Новое пополнение рядов областного ведомства заверяет, что для них быть сотрудником МЧС – мечта, стремление и цель. Им важно помогать людям, спасать жизни, предотвращать бедствия и минимизировать их последствия. Я считаю, что служба в МЧС – это очень престижно и перспективно в наше время. Это почитаемо, это очень достойно. То есть мой коллектив – это люди очень высоких моральных принципов и вообще от человеческих качеств. То есть и приработать, и служить с такими людьми как бы одно удовольствие. Это понятно. Ну, то, что одна девушка, так как бы сложились обстоятельства, можно сказать. Но я скажу, что вообще девушки в МЧС есть, они служат и выполняют работу, то есть наравне, на уровне с мужчинами. И то есть это такой наш маленький вклад в это такое нелегкое дело. Профессия спасателя – это больше, чем просто прийти на работу, это все-таки служба народу, служба своей стране и ответственность, очень высокая ответственность за жизнь людей. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.